В минувшие выходные на дорогах региона зафиксировано 20 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 2 человека погибли, 26 получили травмы различной степени тяжести. Вечером 26 мая на автодороге М7 в Ивановском районе водитель иномарки «Форд» не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Рено Логан», а затем и «Ниссан Патрол». В результате дорожной аварии водитель «Форда» погиб на месте. Его пассажир и другие водители доставлены в медучреждение. Участники дорожной полиции одной из вероятных причин произошедшего называют сильный дождь. На регулируемом перекрестке Шереметьевского проспекта и улицы 8 марта днем в воскресенье произошла крупная авария. Водитель БМВ проехал на красный и столкнулся с двигавшимся во встречном направлении на разрешающий сигнал светофора автомобилем Nissan Almera. Немецкая иномарка перевернулась. Водитель и пассажир БМВ, а также водитель Nissan госпитализированы. 27 мая, 17.10, на 153-м километре автодороги Ковров-Шуй-Кинешма, Вишский район, 45-летний мужчина, житель города Москвы, управляя автомобилем «Инфинити», двигался из города Москвы в город Кинешма, совершил опрокидывание. В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте ДТП. Во время опрокидывания водитель вылетел из автомобиля, так как не был пристегнут ремнем безопасности.